Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Совершенно реальные данные, полученные с планетной станции. Все, что мы показываем, совершенно настоящее, не придумано, не нарисовано в структурной графике, не знаю, игрушки. Все совершенно реально. И, собственно, как раз поэтому можно увидеть своими глазами, как это все красиво. И свойственно этим чувство, всем людям чувство красоты, мне кажется, одно из тех чувств, которое можно мотивировать людей к интересу к этим вещам, как космонавтика. И, в конце концов, наверное, увидеть к своим глазам. Я стараюсь своими рассказами о космонавтике объяснить, что это очень интересно, это очень красиво, увлекательно, и что заниматься космонавтикой – это здорово. Заниматься ей могут самые разные люди. Для этого не нужно быть каким-то супербогатым человеком и супермегаинженером. И вот, рассказывая это все, я еду по стране от Калининграда до Дальнего Востока, до Камчатки. Этот аппарат мы получили в 70-е годы с помощью аппарата «Викинг-1». Это аппарат у нас «Гробус». Марс был в Фурвее, и он, собственно, делал графики того же самого лица, снова лица. Видно, что здесь что-то такое, уже не очень похожее на лицо. После, собственно, поездки в прошлом году появилось ряд мероприятий, которые уже не я начал проводить, а мои коллеги, скажем так, и соратники. Например, была девушка, которая была на лекции в Владивостоке, и она хотела провести конкурс детского рисунка на Дни космонавтики. Мы помогли ей провести этот конкурс, привезли победительницу конкурса в Москву, показали ей музей космонавтики, центр подготовки космонавтов, поводили по Москве, показали разные космические места, и она стала оказалась очень довольна. Ну и, собственно, говорит, что теперь будет связывать свою жизнь с космосом. Был пример, когда мы проводили квест на День космонавтики, и, собственно, ребята, которые пришли на этот квест, выполняли задания на космическую тематику, бегали, изучали космонавтику на таких практических примерах. И вот такие всякие были, что ли, интересные последствия поездок по стране с лекцией.